Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеной. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленный застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.